Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и это быстрый ночной апдейт по биткоину. Вы, наверное, это будете смотреть уже завтра, но я думаю, что актуальности это не потеряет. То, что я вам сейчас скажу, оно может пригодиться и завтра, и послезавтра. Поэтому, если вам нравится криптоконтент, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Поехали. На дневном таймфрейме что мы с вами видим, так это то, что биткоин пробил нисходящее сопротивление в виде сетки EMA Ribbon. И сейчас похоже, что не исключен вариант закрепления над ней. Посмотрите, вот эта вот зона, 41200 примерно сейчас, это зона поддержки для биткоина. Потому что мы смотрим хайка наши свечи, если посмотрим обычные, то вот он уже практически пришел в эту зону. И если мы говорим о продолжении роста, то, естественно, нам нужно удержать эту линию как поддержку и продолжить восходящее движение. Но что более интересно, это 12-часовой таймфрейм, потому что посмотрите-ка сюда, биткоин пробился через 12-часовую сетку EMA Ribbon и удерживает сейчас ее как поддержку, потенциально удерживает ее как поддержку, но фишка в том, что она уже здесь перевернулась в бычью сторону. То есть посмотрите, сетка EMA Ribbon вот здесь у нас переворачивалась в медвежью сторону, и мы после этого падали. Каждый раз, когда сетка переворачивается в бычью сторону, мы ее удерживаем как поддержку. Что происходит здесь? Смотрите. Пробили, удержали как поддержку, переворот, продолжение аптренда. Где было в прошлый раз это? Пробили, удержали как поддержку, продолжение аптренда. Позапрошлый раз. Пробили, удержали как поддержку, продолжение аптренда. И так вы можете смотреть на истории. Очень-очень много раз такое было. 12-часовая сетка EMA Ribbon очень-очень важная для бычьего сценария. Вот, в худшем случае мы должны удерживать ее низ для продолжения роста. То есть дальше, если мы ее пробиваем вниз, то все, это уже речь идет о коррекции. Как это было, например, вот здесь, да, где она начинает отыгрывать уже в роли сопротивления. Вот таким наблюдением хотел с вами поделиться. Так что еще раз повторяю, для быков нам очень важно удержать 12-часовую сетку EMA Ribbon. И если воспользоваться еще и Fibonacci, уровнями Fibonacci, то от локального лоу, от начала импульса до хая, натягиваем сетку и видим, что мы прямо сейчас корректируемся от 38 уровня, но мы можем потенциально дойти до 0.5 уровня в бычьем раскладе в худшем сценарии. Обычно до 0.5 уровня мы доходим в продолжении роста. Но тем не менее, если мы все-таки начнем падать, то следующий уровень это будет 61.8, соответственно 39.900 примерно, 40 тысяч, короче, по биткоину. Это худший сценарий, если мы говорим о бычьем раскладе. Но, ребята, напоминаю вам, что царит неразбериха в мире. Фондовые рынки черти как открылись. NASDAQ вниз фигачит. S&P-ха тоже. Нефть только растет. Походу собирается пробивать $100. И золото тоже начало неплохо отскакивать. Золото, ну пока еще на самом деле нифига оно не начало отскакивать. Оно в моменте просто дало хороший импульс внутри вот этой свечки. Если мы посмотрим. Но ушло на выходные. Да, вот этот рост был, который я забрал. На бирже Femex, кстати, вы можете торговать не только биткоином, но и золотом. Что я, собственно, и сделал, если вы смотрели мои прошлые видео. И профиты вот здесь вот забрал, потому что мы идем в бок, и я пока не хочу переплачивать фандинг. Вот, так что все продолжается, ребята. Лонги держим, догружаем. Дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Я просто вам говорю, что я делаю. Вы, если что-то собираетесь за мной повторять, то проводите свое исследование. Ну и посмотрите обязательно интервью с Джоэлом из команды Dash. Оно очень прикольное. О, нифига на Полониксе какие свечки по Dash. Слушайте, это хорошие сквизы. На объемах, кстати. Лучше бы они, конечно, были вниз перед Тузамуном, но да ладно, посмотрим, во что это выльется. Dash к эфиру в любом случае, как я уже говорил, очень дешевый. И тут вот на недельном таймфрейме видны отскоки минимальные там на 5, 10, 15, 20 иксов. Поэтому не финансовый, еще раз говорю, совет. Все ссылки в описании. Наш телеграм-чат, канал, рабочие обменники, лучшие биржи. И, кстати говоря, наш второй канал, если вы на него не подписаны, на нем вышло офигенное видео, оно очень сильно завирусилось. Называется «Биткоин на миллион. Почему эта игра до конца?» от нашего друга голландского чувака Томаса с канала Team Underground. Обязательно его посмотрите, сейчас оно у вас появится. И увидимся в следующем видео. Пока. Всем профитролей.